4200 миллиампер, если видно, если не видно, короче, протестируем, посмотрим. 4200 здесь нету, будет возвращаться денег. Дальше смотрим. Здесь, значит, у нас плата с повышением напряжения. Ну и заряжаются они, соответственно, все вместе. А это значит, что калибровки по мощности нету. По зарядке, точнее. Но зато он дешевый пипец. Посмотрим. Такой же вот черный. Можно будет дешевый еще пауэрбанк из них собрать. Вот копеечный. Винчестер, короче, через USB подключать. Тестируем. Это одиночные пауэрбанки, которые превращают нас. Ну, даже брелочек есть в комплекте, прикиньте. Превращает такой аккумулятор 5 вольт. Можно использовать это устройство, то есть заряжать такие вот аккумуляторы.
аккумуляторы вот через такую штучку стоят около 100 рублей. Зарядки. Офигенная цена. Только с одной стороны. Почистить китайцы. Не знаю, смогу ли я вообще почистить-то. Ножницы какие-нибудь. Короче, наполовину бракованный присылают товар. Оп. Оп. Thank you.
недостаточно.